рассматриваем второй порядок квантовой электродинамики. И до сих пор был разговор про рассеяние заряженных частиц, для чего понадобилось вывести уравнение для пропагатора фотона. Но зато потом на основе этих даже небольшого числа данных мы могли получить много симпатичных следствий. Сейчас мы начали рассматривать процесс, в котором участвует и фотон в качестве начального состояния. Но первый процесс – это эффект Комптона. И опять мы столкнулись с необходимостью осмотреть новый тип пропагатора, это электронный пропагатор. Ну и когда мы освоим эту штуку, то выяснится, что хотя непосредственно ко встречным электронно-позитронным пучкам, где сталкиваются электроны-позитроны, эффект Комптона не имеет прямого отношения, но тем не менее его изучение вполне полезно. Кроме того, в УЯФе есть соответствующие установки, которые, работу которых трудно понять, не зная особенностей этого процесса. А установки как раз работающие на обслуживание встречных фотон-фотонных пучков сейчас и, возможно, которые будут иметь самостоятельное значение в будущем. Это электронный пропагатор. Я напомню то, что на чем мы закончили в прошлый раз. То есть речь шла о том, что когда для рассеяния заряженных частиц нам понадобилось соответствующий пропагатор заряженной частицы. Да. Это было вакуумное ожидание для произведения двух операторов этих заряженных частиц. Ну и мы получили полный ответ для этого случая. Ответ выглядел особенно просто, когда ему устраивали Фурье преобразование. То есть, когда вводили Фурье образ этой функции, соответственно, минус и p вот это. Для этой функции мы получили очень простой ответ. Там просто единица на p квадрат минус n квадрат, но была необходимость при этом сменить привычную парадигму элементарных частиц. Когда мы стартовали, то вот это поле мы представляли как набор плоских волн. И для этих плоских волн квадрат импульса мы задали по плоским волнам, чем квадрат импульса равнялся массе частицы. Это были обычные частицы. Здесь входила двойная сумма, поскольку было два оператора. Используя правило взятия соответствующего для произведения, мы эту двойную сумму свели к однократной сумме, но опять-таки все время в качестве тех состояний, по которым проходило суммирование, входили состояния, соответствующие обычным реальным частицам. То мысль, чтобы записать этот красивый, простой, элитистский ковариантный ответ, удобно было от этой суммы или от интеграла по d3p перейти к интегралу по d4p. Но при этом пришлось отказаться от того условия, что p квадрат равняется n квадрат. В данном случае, вообще говоря, это условие не выполняется. Те состояния, по которым мы при этом проводим разложение,
становятся виртуальными. И вот эта величина, квадратный сим квадрат, это есть мера виртуальности. Да-да? А на какую частицу у нас фотон рассеивается? Кто? Фотон? Разве у нас эффектом фазы? Там было... Это был пропагатор, но вы помните, мы рассматривали рассеяние нейтральной частицы на заряженной. То есть электрон? Нет, вот мы же сейчас говорим о скалярных частицах. Там был процесс, в котором происходило рассеяние нейтральной частицы на заряженной. Возникла необходимость в исследовании вот такого объекта. Этот объект и соответственно распространению заряженной частицы от точки Х до точки Х', если говорить в координатном пространстве. Вот. То, что сейчас мы будем смотреть, аналог этого процесса, где вместо π нуля будет выступать фотон, а вместо заряженной частицы электрон. Это и будет как раз эффект Комптона. Ну и я напомню, что мы все это сделали честно и до конца, приобрели новый взгляд на частицы, который включал в себя понятие виртуальной частицы. А еще дополнительно выяснилось, что вот эта вот функция, полный вид которой мы нашли, на самом деле является функцией Грина уравнения, которому подчиняются эти поля. Эти поля подчиняются уравнению Клейна-Фока-Гордона. А сама функция g от x является функцией Грина для этого уравнения. То есть речь идет о уравнении такого сорта. На пси-частицы, извините, на поле фи, это применение этого оператора должно быть нулем, а применение к пропагатору дает это функцию от x. И дальше мы сказали, что вот это последнее обстоятельство можно будет использовать очень эффективно в дальнейшем. После чего мы начали рассматривать рассеяние фотона уже. На электроне. Это одна из диаграмм, которые при этом присутствуют. Вторая диаграмма выглядит таким образом. И мы с ними потом будем подробно знакомиться. Но то, что нас интересует сейчас, сводится к тому, что там тоже войдет такого сорта элемент. Его любят обозначать буквой Ж. И совершенно аналогично это будет Т-произведение теперь уже от электронных, электрон-позитронных полей. И кроме места обычного сопряжения, здесь будет стоять гербовское сопряжение. Вот такой вот объект придется изучать. И снова можно попробовать поступить так, как мы поступали раньше. Взять сумму от пси реальным состоянием и от пси гербовски сопряженного. Так? Потом, учитывая свойства этого произведения, двойную сумму свернуть в однократную сумму, превратить ее потом в интеграл по d3p, потом от интеграла по d3p перейти к интегралу по d4p и так далее. И все реально повторится в том виде, как он делалось раньше, но с существенными усложнениями, связанными с тем, что теперь поля пси не скаляры, а беспиновые. Но можно избежать этой сложности, если провести аналогию вот с этим последним подходом. Функция d от x есть не что иное, как функция Грина для уравнения, которому подчиняется поле φ.
Поля пси подчиняются уравнению Дирака, да? А которое звучит каким образом? При этом здесь входит обычный оператор P, μ, который есть просто производная по x, матрица гамма, а m умножается на единичную матрицу, которую иногда просто даже и не пишут, но подразумевают. То есть в данном случае это будет уже уравнение, в котором фигурируют матрицы. Ну, если я возьму здесь, например, g и k, то здесь должно возникнуть суммирование по индексам бесспиноров или индексу вот этой матрицы. Поскольку пси удовлетворяет такому уравнению, то g, в свою очередь, должно подчиняться уравнению соответствующей функции Грина. То есть такого сорта уравнения p мю гамма мю минус p на единичную матрицу применение функции g должно давать тоже дельта-функцию. Существенное отличие от предыдущего будет заключаться в том, что это есть матрица и g. Таким образом, определенные тоже есть матрица. Я вам напомню, что при таком произведении имеется в виду, что здесь нету свертки по индексам, а наоборот есть открытое разложение того, что это есть матрица. Стало быть, это уравнение тоже будет уравнение, в котором фигурирует матрица. Да? И здесь должно возникнуть ответ пропорциональной единичной матрицы уже по индексам GC. Вот мы должны попробовать найти ответ для этого случая. Начало в прошлый раз было положено, и оно сводится к тому, что перепишем для этого вот пропагатора его фурье представление. Тогда мы получим я уже тогда с вашего позволения не буду выписывать все индексы и ставить единичные матрицы, они будут подразумеваться. Так, g, которая здесь фигурирует, у нас будет интеграл от фурье Лобаза. Это тоже будет матрица. Ну и дальше здесь будет d в степени минус i px d4p на 2π в четвертой. Абсолютно в полном согласии с тем, что здесь творилось. Так. И вот эта величина в конце концов должна будет равняться дельта функции. Ну давайте применим этот оператор. Легко понять, что когда оператор pμ действует на e в степени i px, то он выдает да? Это дифференцирование по x. Дифференцирование по x выдаст минус ip. На это и домножное даст просто пм. Тогда под знаком интеграла у нас будет стоять такая величина. Этот оператор превратится просто в вектор уже домноженное на гамма мю. Константа m так останется константой, и все это домножается x. Это то, что касается левой части. Мы ее в данном виде вырастили.
Поскольку все это должно равняться дельта-функция от x, можно представить выражение для дельта-функции, да? Это тоже должно быть d4p на 2π4 на e в степени минус ipx. Мы твердо знаем ответ. То есть вот эта вот формула известна вам, наверное, с первого курса. Но это означает, что Фурье образ дельта-функции есть просто единица. Но поскольку здесь была еще единичная матрица, я все-таки запишу, то это должна быть единица, домноженная на единичную матрицу. Поскольку это выполняется при любых p, при любых x, точнее, да, стало быть, я пропустил. Здесь еще стоит матрица G. Стало быть, левая и правая часть по знакам интеграла тоже должны совпадать. Это связано с тем, что данная функция образует полный набор. Если это равенство справедливо в левых иксах, то значит и только интегральные выражения должны совпадать. Это значит, что все вот это вот вместе взятое должно равняться единичке. И мы приходим к такому уравнению. Ну, отсюда формально будет следовать какой ответ? Что наш пропагатор есть просто обратно единица, деленная на эту матрицу. То есть это должно быть примерно гамма мю минус m минус первый. Ну, это формальный ответ. А хорошо получить явный вид этой обратной матрицы, тем более, что мы знаем, что в этом анализе были очень тонкие моменты, связанные с тем, что интегрировать приходилось, в том числе плотности, где p квадрат может быть больше, чем m квадрат, меньше, чем m квадрат, и равен, ну, равен значениям квадрат. Разрешение этой сингулярности было одной из важных задач, которая привела к необходимости ввести вот эту самую добавку, которая доопределяет сингулярность нуля по p квадрату, минус m квадрат. Так, поэтому можно поступить следующим образом. Давайте левую и правую часть домножим на такую штуку. P ню, гамма ню плюс m. На все налево. P ню, гамма ню, минус m, на z плюс p. Так. Посмотрим, чему это будет равняться. Во-первых, будет складываемая, состоящая из произведения p ню, p ню, гамма ню, гамма ню. Во-вторых, будет произведение m на минус m, то есть m в квадрате. Ну, перекрестные произведения друг друга истребят, тем более, что индекс ню и ню здесь есть индекс немой. Так, это левую часть мы расписали. В правой части, будет стоять единица, домноженная на вот это дополнительное слагаемое. Само же самому себе это уже есть матрица, поэтому единицу можно опустить. Все. Дальше есть известное свойство, как раскрыть вот это вот в эту сумму. Да. По квадрат.
квадрат. Она исходит от того, что мы вот это выражение давайте перепишем в виде симметричной и антисимметричной части. Симметричная часть это будет 1/2 гамма мю гамма мю плюс наоборот гамма мю на гамма мю. Антисимметричная часть будет гамма мю гамма мю минус гамма мю гамма мю. Это просто тождественное преобразование, и оно поэтому полностью справедливое. Дальше. Вот это выражение, это ведь не аниматоры, а обычные компоненты векторов. Поэтому это выражение симметричное. По индексам мю-мю. Свертываясь с антисимметричным выражением, по индексам мю-мю, это симметричное выражение даст нуль. Поэтому эту штуку можно выносить. Опять строго равенство. А при этом мы знаем, это одно из основных свойств матриц Дирака, что такая комбинация есть не что иное, как же меню. Поэтому общий итог, который мы получим здесь, сведется к тому, что это будет просто p в квадрате. Стало быть, все это и есть величина p в квадрате. Ну и отсюда мы можем получить уже ответ для нашего пропагандера. Так, если здешний пропагандер был таким, то теперь мы получили ответ, что решение уравнения для функции Грина выглядит таким образом. Gp есть. Ну, во-первых, вот эта матрица, деленная на это, обычно на эту обычную функцию. Так. И опять станет вопрос про то, как обходить эту особенность при p квадрат равном m квадрате. Строго говоря, для того, чтобы в этом разобраться, мы должны были начинать так, как в предыдущем случае. То есть из сумм под обычным состоянием для этих полей переходим к однократной сумме, однократную сумму заменяем на интеграл по d3p, интеграл по d3p заменяем на интеграл по d4p, и там все проясняется. Но весь этот путь мы уже проделали, и знаем, как разрешить эту сингулярность. У нас разрешается просто добавкой вот этого вот все разрешающего самометра. Все, у нас ответ есть. И дальше им можно будет пользоваться. И мы переходим к изучению физического процесса, входящего в блок квантово-электродинамического автономного порядка, да? Это эффект Колтона. Разберемся сначала с кинематикой, тем более, что дальше нам понадобится, так? Фотон с импульсом K1 сталкивается с электроном с импульсом P1, рассеивается, в результате возникает фотон с, вообще говоря, другим импульсом, и электрон тоже с другим импульсом. Отсюда идет
переменная S, которая равняется P1 плюс K1 в квадрате, равная 2P1 на K1 плюс M в квадрате. N тут всюду масса электрона. К1 в квадрате это 0. Отсюда, соответственно, переменная T К1 минус К2 в квадрате. То есть это просто минус 2К1 на К2. И, наконец, переменная U. Это, например, либо переменная, в которой фигурирует К1 и К2, или К2 и К1. Ну вот это нам больше подружим мы. P1 минус K2 в квадрате. Это будет M в квадрате минус 2 P1 на K2. Ну и я напомню вам, что переменные являются независимыми, поскольку сумма равняется сумме квадратов масс входящих частиц. То есть в данном случае это будет только удвоенная масса электрона. С этой точки зрения, когда мы перейдем вот к этим диаграммам, перейдем эти обозначения К1, К1, К2, К2, то импульс, который будет протекать здесь, это будет просто импульс P нашего пропагатора, равный К1 плюс P1. А значит, соответствующий пропагатор, содержащий квадрат этого импульса, будет отвечать значению P1 плюс K1 в квадрате, то есть это S-обмен. В промежуточном состоянии есть электрон, у которого квадрат четырех импульсов совпадает с переменной S. Соответственно, здесь, если я опять расставлю эти величины, то вот здесь будет идти пропагатор с четырех импульсов равным чему? Значит, сумма выходящих равна входящему, то есть это будет P1 минус K2. Значит, в пропагаторе будет стоять квадрат этой величины. Согласно нашей номенклатуре, это будет U. Как только диаграмма с U-обменом. В качестве промежуточного состояния виртуальный фотон с квадратом импульсом равным U. Ну, остается записать только матричный элемент. Но давайте в качестве тренировки мы попробуем это сделать. Матричный элемент начинается с того, что мы записываем И, домноженное на амплитуду рассеяния в алтарном порядке. Дальше что должно войти? В каждой вершинке стоит минус ИЕ. Поскольку вершинок всегда две, то, соответственно, будет минус E в квадрате. После чего возникает ответ, который мы уже можем записывать. Ну и давайте мы только выясним, что вот здесь вот стоит, например, матрица гамма мю. И сразу скажем, что и здесь будет стоять соответствующая матрица гамма мю. Как после этого будет выглядеть данный ответ? Я вас попрошу. Мы договорились, что мы хватаемся за фермионную линию. Идем от конца к началу. Здесь ходит что? Здесь будет ходить бесценор, соответствующий. И туда вот он в конечном состоянии. С импульсом. Да. Так что его можно будет назвать У2.
У-2. Но только это будет в конечном состоянии, поэтому все отражённое. Дальше стоит? Дальше стоит, соответственно, матрица. Матрица. Запишем. Так, получается... Гамма. Гамма. С индексами. Так, вот. Дальше стоит пропагандор. Да. Вот теорик. Так получается, С, ну, гамма. А какой П? А, П, P1 плюс K1. Так что такую сумму можно взять? А? Здесь прямочка. K1 плюс P1 с индексом. Так, это все с индексом. Какой-то другой возьмите индекс. Ну, давайте не возьмем. Здесь и ню, и ню. Ну, альфа, например. Ну, альфа, да. Альфа на гамма. Да, альфа. Так. Дальше. Да. Плюс M, то, что вы хотели написать. Так. И все это делится на... Да, все это делится на P квадрат. В данном случае это будет S. Это я люблю, да. Просто. S минус M квадрате. Поскольку S, как видно, всегда величина, даже S минус M квадрате всегда величина положительная, это произведение двух времени подобных векторов всегда величина положительная, то плюс и ноль можно и дописывать. Так, дальше что входит? Дальше идет сюда. Так. У нас здесь снова будет матрица. Да. Вот так, тогда мы нажмем. Вот, и дальше электрон в начальном состоянии. Это получается у него импульс. Одинаковый. Вот. Все. Завершилось? Нет. Еще нужно помножить на векторы поляризации, соответствующие фотонам. Так, для начального фотона будет стоять... Катик. Что? Ну, смотрите, как? Так. Вектор поляризации... Ну, то есть, да, я один, да? Да. Один. С индексом каким? Ну, получается, прицепленным к этому индексу, то есть... Ню. Хорошо. Так, так. И для конечного получается Е2 с индексом ню. Ню. И поскольку это конечное, то должно быть сопряженное. Так, ню. Нет, давайте. Ню здесь был сверху, там снизу. Так, все, все правильно, абсолютно. Ага. И еще. На самом деле ходили не просто эти самые, а. Там еще ходил корень из 4π, да? Карты, да. То есть в данном случае там будет корень из 4π, корень из 4π. Это все будет просто 4π сюда мы запишем. Так. Все, завершили. Угу. Это вклад, соответствующий S-обмену. Точно таким же образом можно записать вклад, отвечающий по обмену. Я вас попрошу. Опять стартуем от кабинетного состояния. Так. Ну, там тоже программа обмену. Так, вот. Отсюда стартуем. Да, давайте распишите здесь. Так. Ну, вот тут тоже будет 4. Сопряженное. А нет, ну это давайте общее множество вернемся. А, ну да. Мы уже написали это что. Так, надо что там? Два. Так, содержимое. Гамма-ню. Гамма-ню. Как погано. Дальше пропаганда. Замечательно. Так, а здесь будет у. Так. Так, потом дальше остается матрица гамма-ню и, наконец, у-1.
Все это замножается на что? Е. Одно из них, вот это конечное. Первое, это будет ню. Да? Так, вот это ню. Так. Так, кто-то еще должен быть сопряженным. Ну, тогда. Все хорошо. Это вот полное выражение для матричного элемента. Ну, дальше можно. Да. Еще мы забыли. Каждый пропагатор должен был умножаться на пи, да? Теперь видно следующее, что это и. И это и можно истребить. Так. Дальше минус в квадрате это плюс. И в квадрате это. И в квадрате это минус единица. А е в квадрате это альфа. Так что здесь в итоге получится минус 4 и альфа. Вопрос был, да? Да, вопрос. А почему суммируется? Что? Почему суммируется вкладывание? Почему что? Ну, вот у нас две диаграммы, они суммируются. Почему он суммируется вкладом? Да. Ну, в принципе, это, конечно, нужно смотреть подробно первоначальный вывод. Поскольку там ходили фермионные операторы, то ваш вопрос законный. Нужно было проследить, когда мы получали соответствующие вклады, мог быть и минус. В частности, для рассеяния электронов на электронов как раз возникает минус. Но в данном случае это действительно требует расследования, но мы его оставим на вашу совесть и на семинары. Примем такой ответ. Ну хорошо. Матричный элемент получен. После этого можно получать сечение и его исследовать. Важно заметить, что есть действительно два существенно разных слагаемых. Одно из них пропорционально единице на s минус n в квадрате, которая всегда величина положительная. Да? А второе будет пропорционально s минус n в квадрате. Если величина положительная, всегда. А вот второе, u минус n в квадрате, наоборот, всегда величина отрицательная. Здесь тоже встречаются только времени подобные векторы, их произведение непременно всегда положительная величина. Ну вот, запомним этот факт. И сейчас попробуем поговорить немножечко подробнее о немножко подробнее о кинематике. Разговор о динамике, то есть о том, как выглядит дифференциальное сечение. Но основа для него заложена. Вот есть матричный элемент, его нужно взять в квадрат, просуммировать по спинам конечных частиц, усреднить по спинам начальных. Все это некоторая кропотливая и большая работа. Но ответ мы после этого получим. И ориентировка качественная на то, каким должен быть ответ, связана с тем, что у нас имеется два пропагатора. Один пропорциональный единице на s минус n в квадрате, а второй пропорциональный единице на u минус n в квадрате. Хорошо, это мы запомним в качестве динамики. Вот. Очень важный элемент, это элемент, связанный с кинематикой. Почему я хочу на этом остановиться подробно? Потому что это очень нестандартная ситуация. Совершенно далекая от того, что есть на встречных электронных позитронных лучках. Как-то мы привыкли здесь, особенно, что
Соударение – это непременно соударение в системе центра масс. Хотя есть пример B-фабрики, где тоже встречаются электроны и позитроны, но только электроны имеют энергию 8,5 грефтон, да? А позитроны почти вдвое меньше. Такая несимметричная картинка. Но, по крайней мере, всего вдвое меньше. В эффекте Коултона мы можем встретиться с ситуацией, которую реально нужно расследовать, когда сталкиваются частицы, мы уже об этом немножко говорили, да, с гигантской разницей в энергии. Поэтому кинематика здесь необычна потому, что вы к ней не привыкли. Поэтому придется о ней говорить подробно. Начнем с разговора. Конечно, кинематика начинается с того, что мы утверждаем, что есть закон сохранения. Это означает, что когда у нас сталкиваются две частицы с известными четырех импульсами, то у конечной частицы, вот у электрона или у фотона, потому что интересно и то, и другое на самом деле, да? А энергия вылетевшей частицы будет жестко связана с углом вылета. Чтобы это обнаружить, удобно сделать следующее. Давайте сначала перепишем это равенство вот в таком виде. Скажем, нас будет интересовать ситуация, при которой сталкивается фотон и электрон, и будем интересоваться конечным фотоном. А конечный электрон в начале нашего разговора не будет для нас интересен. Раз так, то очень удобно сделать следующее. Переписать это равенство вот в таком вот виде, где конечный электрон остался одиноким, а потом можно ввести все это в квадрате. И тогда у конечного электрона останется только сведение в виде его массы. Если я эту штуку возведу в квадрат, у меня в левой части получится квадрат P1, квадрат K1, квадрат K2. Все это даст только m в квадрате. И дальше будет перекрестное произведение. Со знаком минус будет произведение К2 на P1 плюс К1. Это К2. А со знаком плюс будет перекрестное произведение К1 на P1. И все это будет равняться m в квадрате. Теперь истребивший эти массы, я могу переписать ответ еще в таком виде. К2 на P1 плюс К1 равняется 2, кто там у нас, К1 на P1. Вы видите здесь знакомые плоти, да? Кто такой 2К1 на P1? Это как раз знаменатель пропагатора случая с обмена. Так. А кто такой вот этот вот блок? 2К2 на P1. Это со знаком минус знаменатель второго пропагатора. Ну и наконец 2К2 на 2К1 это будет, как отсюда видно, величина со знаком минус равная t. Так что все величины здесь, фактически то, что здесь записано, связано с утверждением вот этой самой формулы. S плюс T плюс U равняется 2m в квадрате. Просто мы ее еще лишний раз проверили. Ну хорошо. Для дальнейшего давайте мы пока все это просто упростим. И что у нас получится? У нас получится К2 на P1 плюс К1
равняется К1 на P1. Это выражение очень удобное, потому что энергия, вообще характеристики второго фотона только здесь встречаются. Так? Поэтому можно, например, энергию второго фотона таким образом выразить через что? Через энергию сталкивающихся фотона и электрона. Пусть эта энергия будет омега-1, это, соответственно, омега-2. Здесь энергия будет эпсилон-1, а это нас пока не интересно, мы выбросили свет диаметр. Вот нас будет интересовать, например, вопрос, как выглядит энергия второго фотона в зависимости от его угла рассеяния, при условии, что все для начальных частей сфиксировано. Тут вот резко различаются два случая. Значит, в случае самого Артура Контона это где-то там 1923-1924 годы. Наверное, вы помните из теории относительности еще, да, что тогда речь шла о том, что рентгеновские лучи с энергией несколько кэл до десятка кэл, которые тогда удавалось получать в рентгеновских трубках, то есть с длиной волны на уровне 10 минус 8 сантиметра, длиной волны, сравнимой с размером атома, да, рассеивали на атомах. Но энергия связи атома, электроном, атома, особенно верхних электронов, это всего несколько электрон-вольт, может быть десяток. У атома водорода, вы знаете, 13,6 электрон-вольта. Когда на такой слабосвязанный электрон налетает фотон с энергией, скажем, 10 кэв, да, то электрон в этих условиях может рассматриваться как свободный. Что наблюдал Комптон? Что он должен был наблюсти, а что он наблюдал? Вот у нас имеется атом, который мыслился в этом времени примерно так. Ядро, электрон. Электрон с ядром связан некоторыми квазиуклонными силами. Налетает фотон. Что такое фотон? Тогда это были просто рентгеновские лучи. И весь разговор шел в терминах волновой картины. Налетает волна, в котором электрическая пуля, например, колеблется по вертикали. Есть, конечно, и магнитное поле, но под влиянием тех полей, которые были, происходит не электрическое движение электрона. А поскольку сила Лоренца у векции раз меньше, чем сила со стороны электрического поля, магнитным полем можно благополучно пренебречь. Что будет делать электрон в таком поле? Он будет благополучно колебаться, излучать так, как вы изучали это все в курсе электродинамики в четвертом семестре. Да? В основном это будет излучение перпендикулярное переменное ускорение. То есть вперед, назад, совершенно симметричным образом. Ну и все это еще должно быть закончено вокруг оси Е. То есть вот такой вот бублик должен получиться излучение. Дальше. Если это поле колеблется с частотой омега-1, что будет вытворять электрон? Колебаться с такой же частотой. Излучать он будет тогда какую частоту? То же самое омега-1, независимо от того, куда полетит этот фотон. Лететь он будет в основном куда? Лететь он в основном будет перпендикулярно направлению электрического поля. Замечательно. А что обнаружил Комптон? Вопреки этому ожиданию, он обнаружил, что здесь достигает частота, зависящая от угла рассеивания.
зависимость эта была экспериментально промерена. И хотя сдвиги частот были невелики, на уровне там десятка процентов или меньше, это все было надежно установлено. И стал вопрос, а как это можно объяснить? Естественно, объяснение произошло в картине, где рентгеновские лучи рассматривались как набор фотонов, одни шарики сталкивались с другими шариками, в данном случае покоящимися. Я еще раз напомню, что электрон мог рассматриваться как свободный. И после этого даже на уровне нерелятивизма понятно, что ответ в этих условиях должен зависеть от угла рассеяния. Давайте попробуем и мы все это доказать. Значит, речь идет о том, что у нас имеется фотон, который там летит по оси Х, так? И он сталкивается с покоящимся электроном, а потом вылетает конечный фотон, если это ось Х, а это ось Y, то пусть он вылетает под углом дельта, и у него будет конечная частота, зависящая от этого угла дельта. Вот такая кинематика. Электрон при этом должен отскочить. Причем отскочит так, чтобы его поперечный импульс и поперечный импульс фотона были одинаковы, поскольку в начальном состоянии поперечного по отношению к оси Х импульса не было. И мы можем записать наши четвертые импульсы. Что касается P1, то совсем просто. Это покоящаяся частица. Поэтому его четырехимпульс вот такой простой. Что касается P1, то тут тоже все очень просто. Это фотон, у которого энергия совпадает с импульсом доли Cx. А вот что касается рассеянного фотона, то это фотон с энергией омега, а импульс распределен. Доля Cx это будет омега 2 на косинус тета. Доля Си 2, омега 2 на синус тета. Вот теперь осталось поставить все это вот сюда. Ну и давайте будем подставлять. Тут при домножении всюду выскочит множитель омега 2. Произведение К2 на П1. К2 на П1 даст единицу минус. И все. Ничего больше нету. Потому что остальные компоненты P1 мы забыли. Дальше. А за массу еще А, извините, все правильно. Вот на эту самую массу. Это масса электрона. Дальше должно расти произведение К1 на К2. Мы должны перемножить вот эти величины. Чтоб не забыть, сразу идет множитель омега-2, да? И омега-2, и омега-1. Омега-2 мы вынесли, омега-1 остался. Дальше это будет единица. А здесь пространственная часть их читается. Поэтому минус. Косинус тета. Все. Так. А справа что у нас появится? К1 на П1. Это тоже очень просто. К1 на П1. Это просто m на омега 1. Так. Вот такое уравнение для нахождения частоты омега 2 в зависимости от угла рассеяния омега 1. Из нее не сразу видно, что омега 2
уменьшается и насколько уменьшается. Чтобы это ясно было увидеть, давайте сделаем следующее. Левую и правую часть разделим на вот такое произведение. Омега-1, омега-2 и М. Тогда получится следующее. Здесь у первого слагаемого останется единица на омега-1. У второго слагаемого останется единица на n, на единица минус 80. С правой части останется единица на омега-2. Вообще-то нас интересовали на самом деле частоты. А красивая формула получилась не для частот, а для обратных величин. Но обратные величины тоже имеют право на физическое существование. Дело в том, что в нашей системе единиц длина волны связана вот таким соотношением с частотой. Поэтому если это можно все это еще и на 2π, то у меня получится следующее. Вот это вот есть λ1, вот это вот есть λ2. И четко видно, что λ2 больше, чем λ1. Ну и в частности разница имеет вот такое вот простое выражение. Ну, или единица минус косинус, это удвоенный квадрат синуса. Итак, если λ2 больше, чем λ1, это автоматически означает, что обратная величина имеет обратное возмущение. Омега-2 меньше, чем омега-1. Мы это получили расчетом. Сейчас мы сделаем перерыв. Но я хотел сказать, что в картине, где сталкиваются шарики, это почти очевидно. Покоящийся шарик электрон отскакивает, приобретая некоторую кинетическую энергию. Откуда он взял его? Из запаса энергии начального фотона. Значит, конечный фотон непременно должен иметь энергию меньше, чем начальный. Хорошо. Сделаем перерыв. Если нарисовать то, что мы получили. То видно, что сдвиг длин волн ведет себя вот таким вот образом. То есть он доходит при рассеянии назад до величины 4π на m, ну, в данном случае имеется в виду масса электрона, да? m, а стартует с нуля, ведет себя как квадрат синуса. И вот эксперимент великолепно уложился на эту зависимость, что было очень весомым подтверждением того факта, что свет не только излучается и поглощается порциями, как предполагал совершенно с потолка Планк, но еще распространяется порциями, энергию передает порционную. То есть вот в конце, да, до этого вы помните, что примерно те же самые рассуждения о том, что фотон
то, что монохроматический свет – это набор частиц фотонов с энергией H-омега и с импульсом H-омега, деленное на C, да, на самом деле употреблялась только энергия H-омега. Был привлечен Эйнштейном, название тогда фотон появился от греческого свет, фотос, да, для объяснения фотоэффекта. Но само это объяснение тоже оставалось с классической точки зрения несколько нелегитимным. А вот когда увидели, что фотон не только поглощается и спускается, но и сталкивается как частица, после этого утверждение о том, что свет обладает корпускулярной теорией, корпускулярной структурой, ну, стало уже достаточно хорошо внедренным в сознание физиков. Это было, как я уже сказал, в 23-24 годах. После этого оставался еще один решающий шаг, который сделал де Бройль. Он сказал, что ежели свет, мы признавали в течение столетий, что это волна, а теперь признаем, что он имеет и корпускулярную структуру, то не совершаем ли мы противоположные ошибки в отношении обычных частиц? А именно то, что электроны тоже должны обладать волновыми свойствами. И после этого была прямая дорога уже к нормальной квантовой механике Гейзенберга и Шрёдингера. Хорошо. Еще, конечно, стоит сказать пару слов вот про эту самую величину. Единица на массу электрона, или у обычных единиц это HC, H на MC, да, называется приведенной гартоновской длиной волны. Есть очень характерная величина. Запомнить. Это примерно 4 на 10 минус 11 сантиметров. Вот. Или 386 фемтометров. То есть это почти там, 100 раз больше, чем размер ядер. Ну, в данном случае это будет величина после замножения на 4π, уже величина на уровне 10 минус 10 или даже несколько единиц на 10 минус 10 сантиметров. Поэтому если исходная длина волны была сравнима с атомными размерами, это 10 минус 8 сантиметров, да, то сдвиг составлял несколько процентов. Если он представлял несколько единиц на 10 минус 10. Ну хорошо, это то, что было в доисторическую эпоху. А что на сегодня мы имеем? Да. Мы проговорили по поводу того, как меняется энергия. В тех условиях она менялась на проценты. Как выглядит угловое распределение? Ну так, как соответствует дипольному излучению. Куда все основное излучалось? Туда, куда летел фотон, а также во всех остальных направлениях, перпендикулярных к электрическому полю. Вот так вот, да? Теперь совсем-совсем другая картина возникает, когда мы начинаем знакомиться с современными приложениями. Они выглядят примерно так. Вот если взять установку ROC, рассеяние обратных кантоновских квантов. Здесь в яфе. Она еще модифицировалась, там
є рок, рок-ем і так далі, то виглядає наприклад так. Ми маємо електрон, який має енергію много більше, ніж енергія покою електрона. Конкретні експерименти, наприклад, проводились на ВП4. Там эта энергия была 5 ГЭВ, а энергия покоя электрона полмэва, да? На него налетает фотон с энергией омега-1. Причем, чтобы происходило эффективное взаимодействие, нужно, чтобы электрон налетал на плотную мишень. На мишень, в которой много фотонов в кубическом сантиметре. Такие условия обеспечивают фактически только лазерные вспышки. Но лазерная вся технология оперирует лишь фотонами видимой, немножко ближней прокрасе, чуть-чуть ультрафиолета. Так что все это энергия порядка 1 электрона Вольта. Что в этих случаях будет происходить? Ну, для расчета мы, конечно, будем использовать. Опять-таки, если это у нас будет гусеницов, Y, то P1 в этом случае будет выглядеть как Y1, а из импульса будет X-овая составляющая, которая будет просто F1 на Y1. Что касается импульса K1, он, конечно, будет пропорционален энергии этого фотона, но лететь он будет в оси минус х. Вот такая вот картинка. Теперь, прежде чем анализировать вылетевший фотон, давайте попробуем понять, куда он должен преимущественно лететь. Для этого нам придется рассмотреть динамику. Динамика определяется двумя этими диаграммами. Самое чувствительное место, которое есть в этом случае, это знаменатели наших пропагаторов, которые пропорционально либо s минус m в квадрате, либо u минус m в квадрате. Хорошо. Что такое s минус m в квадрате? Это не что иное, как 2π1 на k1. И, используя все данные, мы сразу получим ответ. Это будет ε1 омега-1 на единица минус произведение пространственных компонентов, то есть плюс V1. Что мы можем сказать про V1? Так, это импульс, деленный на энергию. То есть, ну или может быть удобнее так, импульс деленный на энергию, а с другой стороны это энергия что такое? Корень квадратный из импульса плюс масса в квадрате. То есть, если все это я разделю, то у меня получится что-то около 2 единиц на корень квадратный из единицы плюс m в квадрате на p1 в квадрате. Поскольку эта штука очень малая, то у меня получается единица минус 1/2 m в квадрате на p1 в квадрате. Но это если что иное,
великолепной точностью, как Лоренц-фактор начального электрона. Так что V1 у нас получается единица минус 1/2 на гамма 1/2. У первого электрона гамма 1 это примерно, скажем, 5 гидроэлектронвольт, деленное на пол мэма. То есть это не что иное, как 10^4. Так что эта величина воистину очень малая. Ну если это так, то ее вполне в сумме можно заменить на 1, и мы получим с хорошей степенью точности εν/V. Замечательно. Теперь второй определяется величиной U − m². Это я оставлю. Это мы сведем. Записываем величину m² − u². Там не V1, а ω1. А, да. Очень хорошо. Запишем эту величину, которая будет равняться уже плюс 2 1 на k2. Если k2 летит куда-то, то мы можем сказать как оси х, так? То что мы будем иметь здесь? Ну, те же самые выражения, что в предыдущем случае. Х в этом варианте. Что? Да. Наверное, без квадрата. Что? m² − u². У, наверное, без квадрата. Это? Здесь? Правее, ниже. m² − ниже. Ниже. Прошу прощения, да, конечно. Да, запомним. Чему это будет равняться? Здесь будет старое выражение. Если я возьму произведение этих величин, то получится немножко другое, чем было в случае эффекта Фондена. Так, здесь я, наверное, забыл двойку. Так что здесь должно быть тогда 4. Так, какое же будет двойка произведения ε1 на ω2? А здесь будет совсем другая величина. Единица. Так. И произведение v1 на косинус θ, да? Но оно будет идти по сравнению с предыдущим со знаком минус. И мгновенно все меняется по сравнению с тем, что было. Здесь мы совершенно спокойно могли заменить v1 на единицу. А здесь? А здесь все может быть совсем не так. Почему? Если угол θ будет стремиться к нулю, то здесь мы получим разницу (1 − v1). А эта разница (1 − v1) есть жутко малая величина. Поэтому понятно, что когда
это слагаемое будет малым. Тогда, когда угол тета будет близок к нулю. Но если это слагаемое будет малым, то вклад его в сечение пропорциональный единица на это малое слагаемое будет очень велик. Это означает, что динамика диктует нам, что распределение будет непременно такое, что малые углы будут важны. Причем какие малые? Малые на уровне масштаба квадратного корня из этой величины. То есть углы порядка единицы на гамма. Чтобы заметить, насколько это сильно отличается от предыдущего. Там тоже вы помните, что углы тета должны были быть малыми. Но распределение было широкое, отвечающее вот этой гантельке. И кроме того, она отвечала тому, что фотоны летят туда, куда летел первоначальный фотон. А под углом тета они немножко убывают. Здесь же фотоны летят туда, куда летит первоначальный электрон. Угол тета равный нулю – это рассеяние фотона строго назад. И вот это очень непривычная картинка. И с чем она связана? С наличием вот этого как раз уотменного графика, у которого знаменатель может быть очень маленькой величиной. Помятуя этого, давайте немножко пристальнее посмотрим на эту формулу и попробуем рассчитать ее как раз в области малых углов. Съедено. А вот на эту величину. Косинус мы тоже намерим. В области малых углов это будет единица минус тета в квадрате пополам. Дальше упрощаем. Что у нас здесь будет? При перемножении оставим только самое главное слагаемое. Единицу на единицу оставим. Единицу на 2 гамма в квадрате со знаком плюс оставим. Дальше. Малую величину тета в квадрате пополам только на единицу. Это тоже будет со знаком плюс. Так. И а произведение этих двух малых величин выбросим. Итого получается следующее. Смотрите, какое красивое выражение. Так, вынесем общий множитель 2 гамма 1 в квадрате. Тогда останется единица плюс гамма 1 на тета, все в квадрате. Итак, я вам напомню, с чего мы начинали? Это знаменатель пропагатора с уотменом. Он жутко маленький, пока углы тета меньше, чем единица на гамма. Но когда угол тета начинает превосходить единицу на гамма, числитель увеличивается в несколько раз, там 2, 3, 4, 5 и так далее, но все равно еще он остается жутко малым. В итоге получается, что такие фотон должен излучаться под очень малым углом по направлению, противоположному первоначальному.
Или, с другой стороны, по направлению полета электрона. Качественно это можно понять, и мы как-то с вами разговаривали, даже на уровне нелитивистского варианта. Если вместо электрона мы рассматриваем гигантский поезд, двигающийся со скоростью радио, а навстречу ему летит пинг-понговый шарик, то после соударения поезд не замечает этого факта, а шарик отскакивает, добавляя в своей скорости удвоенную скорость поезда. Да? То есть и здесь происходит увеличение кинетической энергии шарика, но она происходит небольшое. А поезд этого не замечает. Здесь ситуация может быть совсем другой. И мы это попробуем сейчас проверить. Но понятно, что это в релятивизме, да, картинка существенно изменится. Давайте ее спрогнозируем, в каком отношении. Наверное, это увеличение может быть очень большим. А тогда поезд тоже может потерять значительное давление. Давайте это проверим. У нас все есть для того, чтобы все это записать. Если я это дал можно на двоечку, то я могу воспользоваться уже готовыми величинами. Итак, запишем. 2К2 на P1. Это вот эта вот штука. Единица плюс гамма 1 это квадрате, деленное на 2, гамма 1 в квадрате. Плюс 2К1 на К2. Это нужно перемножить вот эти величины. Перемножаем. Так, двоечку не забудьте. 2, омега 1 на омега 2. И здесь будет единица. Минус, минус, еще минус, потому что минус плюс пространственные компоненты, плюс косинус тета. Так, это у нас слева, это вот эта величина, а справа 2К1 на P1, это вот эта величина. 4, чтобы ε1 на ω1. Так, что-то тут я еще не до конца. Ага, не до конца. Мы это не дочли, а вы это не откорректировали. Мы пропустили. Это мы аккуратно выписали скобочек. А вот этот множитель забыли. 2 омега 1 на эпсилон 1. Давайте его честно добавим. Сейчас. Почему он омега-1 дает К1 на К2? Омега-2. И здесь должно быть омега-2. И здесь должно быть омега-2. И здесь должно быть омега-2. Ну вот теперь все в порядке. Так. Поступаем следующим образом. Вынесем отсюда. Да. Делаем следующее приближение. Мы уже выяснили, что углы тета могут быть только малыми. Поэтому в этой сумме косинус заменим на единицу. И здесь будет 4 омега-1, омега-2. Замечательно. Поэтому, если я вынесу отсюда омега-2, то у меня останется. А можно спросить, а почему квадратичный член по тета не учитываем? У нас же есть уже один квадратичный. Где? Вот здесь? Ну да. Так. У нас же уже есть тета квадрат выражение. Смотрите.
здесь есть большая величина двойка. На ее фоне учитывать маленькое слагаемое рациональное тета в квадрате пополам, вроде бы как превышение точности. Можно было, конечно, думать, что это дополнительное слагаемое как-то будет соотноситься с этим. Но это не так. Вот по какой причине. Потому что эти элементы, как вы увидите сейчас, будут достаточно близки. Можно сказать по-другому. Здесь у нас, если то, что мы получим здесь, будет иметь правильный порядок величины, то учет малого, это слагаемое, по-другому, ничем не сокращается. Правильно? Поэтому если по отношению к нему есть малая величина, ее можно выбросить. Так, что же здесь останется? Ну, может быть, вот эту штуку тоже вынесем. То есть омега 2 на эпсилон 1. Вынесем. Так, хорошо. Вообще бы я и эту штуку еще вынес. Деленная на гамма 1 в квадрате. Тогда у меня останется единица плюс. Четыре чего? Поскольку четыре омега 1, омега 2, деленное на то, что я вынес. А вынес я омега 2, эпсилон 1 и гамма 1 в квадрате. Договорились. И все это будет равняться 4 эпсилон 1 на омега 1. Здесь мы эту штуку сократим. Так. Гамма 1 в квадрате. Я вспомнил, кто это такой. Гамма 1 в квадрате. Это эпсилон 1 в квадрате на массу в квадрате. И одна степень эпсилон сократится. В итоге я получаю омега 2 равняется. В знаменателе будет стоять единица. А, не все, я еще записал. Это я вынес, так, а здесь осталось единица плюс гамма 1 на тета в квадрате. Четыре, что там у нас было. Итак, что здесь останется? Единица плюс 4. Омега 1 на эпсилон 1 на m в квадрате. Вот такая вот безразмерная величина. И плюс гамма 1 на тета все в квадрате. Что говорит в числителе? 4 эпсилон 1 омега 1 деленное на эпсилон 1 и умноженное на гамма 1 в квадрате. Ну это опять та комбинация, которая здесь была. Делая тот же самый крюк, то есть отписываем вместо гамма 1 эпсилон 1 на n в квадрате. Так, сокращаю. Я получу числитель тот же самый коэффициентик. 4 омега 1 эпсилон 1 на m в квадрате. В знаменателе будет стоять та самая комбинация, которую мы здесь записали.
И все продолжается на эпсилоне. Вот это формула, которая помогает сильно делу. Здесь входит параметр, называемый буква X, и он или 1, эпсилон 1 на квадрате. То есть S минус M в квадрате на M в квадрате. Квадрат энергии в системе центра масс без вычета порога, а без размеренной массы. Ну и дальше легко сообразить следующее. Вообще-то мы уже должны заканчивать, да? Ну хорошо. Давайте мы здесь остановимся.